Сотрудники МВД района увековечили память своих коллег. Здесь появилась аллея в честь полицейских, погибших при исполнении служебного долга. Первые деревья во дворе дома 45 по проспекту авиаконструкторов появились еще в 90-е. Их высаживали милиционеры, которые отправлялись на службу в горячие точки. В 2001 году здесь установили закладной камень в память о тех, кто домой так и не вернулся. К сожалению, со временем традиция забылась, но полицейские Приморского района решили ее возродить. Много у нас сейчас придается значение экономике. Но хочется, чтобы еще была мораль, духовность, вера и другие понятия. Полицейским помогали ученики 109-й школы. Усилиями стражи порядка и кадетов во дворе появились 10 лип.